Возрождения. Философия эпохи Возрождения. В конце 13-го, в начале 14 века, вот, так сказать, вот этот весь период, считайте, да, закончился, который был с 1 века по 13-14 век. В Западной Европе начинается процесс, изменивший жизнь человека во всех сферах – философии, литературе, науке, политике. А сам термин «возрождение» появился в 19 веке. Это, так сказать, как вот более поздние люди описывают то время, которое тогда переживалось, и тогда еще с того расстояния исторического не было видно, что это за эпоха. А вот тут вот такой взгляд более поздний позволил так сформулировать, что это вот эпоха Возрождения. В чем смысл этого понятия? Происходит возрождение античной культуры. То есть через, так сказать, все эти толщу только верований, только в одного Бога, когда все это написали, все это сформулировали, все это догматизировали, когда уже стала, так сказать, мысль неподвижной, и когда нечего было уже и сказать, уже все как бы, все уже было выяснено, вот снова происходит возрождение античной культуры. Обращаясь к тому, что вроде было раньше, но в нем было то, что утрачено. В античной культуре было то, что утрачено было в эпоху Средневековья. Зарождается новая культура самих западноевропейских народов. Культура, она все время развивается. Кто-нибудь скажет, что такое культура? Это возделывание. А? Возделывание. Что будем возить? Это в переводе. Это вы как филолог отвечаете, а как историк или как философ? То, что создано человечеством. То, что создано человечеством. То есть вот вся этот мусор, это все грязь, вот, которая лежит в помойке. Это имеете в виду под культурой? В том числе. В том числе. И это все вы называете культурой. Понятно, что это без культуры. Да. Как-то это неубедительно. Чего только человеком не создано. Вот посмотрите, какое здесь было небо. А сейчас оно все смог, дым. Человечеством создано. И это культура. А культура, может быть, состоит в том, чтобы улавливать весь дым, чтобы вот этого не было. То, что создано человечеством такого. А то другое, которое создано человечеством. И как-то надо отличать то, что создано человечеством, и человечеству вредит, от того, что создано человечеством, и человечеству способствует в развитии. Еще какие попытки есть сказать, что такое культура? Можно я тогда скажу, как представитель науки? Культура – это накопленный опыт человечества. Не все, что создано, а опыт человечества, материальный и духовный. А опыт, значит, с уроками. Что вот не надо бросать на землю эти пластмассовые стаканчики, и мешки не надо везде пластмассовые употреблять, потому что из этого они 200 лет будут разлагаться. Накопленный опыт человечества говорит о том, что вот бумажные стаканчики, которые у нас кофе наливают, это вот то, что разложится очень быстро. А это через 200 лет, как говорится, внуки наших внуков, или еще и правнуки наших правнуков будут с этими нашими мучиться с полиэтиленовыми отходами. Во Франции уже запрещено посуду делать из пластмассы. Все эти вилки. А было время, помните, как был железный век, бронзовый век, потом железный век. Железные уже вилки появились, а потом пластмассовый век, и эту дрянь всякую стали давать. Вместо того, чтобы ездить посудомоечные машины. Зачем вы эту самую ерунду делали? Ну, у нас посудомоечных, похоже, нету, поэтому вот вам одноразовое все. И куда? Это не одноразовое, оно везде будет лежать. Вот я был после первого курса,
Это было в 1964 году. В стройотряде в городе Заполярный, на севере. Там был Ждановский горнобогатительный комбинат, и у нас задача была такая. Там те, кто проектировали, уже построили дом, а те, кто спроектировали, оказались слабые стойки, на которых это вот все здание этого горнобогатительного комбината стоит. И нам нужно было в условиях вечной мерзлоты прокопать 5 метров глубиной, вот вокруг каждой бетонной стойки, сделать опалубку, туда арматуру, залить, вот так залить, чтобы вот так с краями было, чтобы этот прямо этот бетон прямо все подошел вплотную. И вот мы этим занимались. А там было благодать летом. Солнце все время. Мы работали ночью. А что такое ночь за полярным кругом? Ночь – это когда солнце не вот так светит, а вот так светит. Работали ночью, потому что прохладнее, а днем мы спали, когда очень высоко солнце. А потом мы вот пошли, когда все закончили свою работу, мы там всю эту работу сделали, и уже стали собираться к отъезду, мы пошли, там 7 километров было до норвежской границы, и вот мы там рядом небольшой путь, несколько километров, там, может быть, 7 или 8 до Ледовитого океана дошли, ну, конечно, искупались там, что я могу доложить, вода такая же холодная, как у нас в Ладожском озере, там тоже все время холодный. Ну ничего страшного с нами не произошло, такая суровая природа, поля-морожки, там бесконечные поля. Так представляешь, если были бы мешки, вот тут сразу эти мешки за 15 минут можно набить. Грибы под осинами растут, черника такая вот крупная, такая мощная, суровые шхеры, там, значит, морские ежи. Ну, в общем, красивые. Суровая природа, и вдруг весь берег накиданы вот эти самые пластмассовые бутылочки и баночки от всяких разных косметических изделий. Весь берег усеян. Видимо, значит, это моря, океаны, весь мировой океан, плавают корабли, и каждый раз, они все, значит, плавают, они же вечно плавают потом. Это не бутылка какая-нибудь. А она, значит, и приплывает, и весь берег. Никого там нету, погранзона. Нас пропускали, как студентов, поскольку мы тут строили. А так там и людей-то нету никого. И все засыпано этой дрянью. Но это сейчас кажется дрянью, тогда мы даже с собой взяли. Такие вроде хорошие, так это здорово. Это одно время, помните, было, дескать, давайте вот напитки в алюминии. А самый гигиенический, так сказать, чистый вариант посуды какой? Бутылки. Я вот был на ликеро-водочном заводе, читал лекцию партии «Ум, честь и совесть нашей эпохи». И в свое время. И мне показали посудомоечную машину, бутылки, которые мой, разработка которой была оценена сталинской премией. Вот, так сказать, представляете, ящики, деревянные ящики, и в них бутылки стояли. Вот там такие руки подвигаются, так, ящик, раз, все бутылки сразу берет. И в эту машину, там ее в горячей воде, в холодной воде, щелочью обрабатывают. И прозрачные бутылочки выходят, в них наливается водочка. А там женщина сидит, значит, водочка перевертывается, если какие-то пузырики берут, она делает страшную операцию, если кто алкоголики смотрит, они, наверное, расстались бы с жизнью, у них удар бы хватило. Она берет так, раз, эту крышку вскрывает, и вот такая воронка большая, туда кидает бутылку, она там, все это выливается, эта водка. А потом, а те, которые бутылки нет, там никаких пузыриков, они проходят, и дальше уже решетка, и стоит милиционер, и при входе наркологический кабинет. И мне, как лектору, две бутылки водки дали. Я говорю, я же не пью. А ничего, говорит, товарищам отнесешь. Я в деканат сдал, говорю, вот иностранцев поедет. Вот тара. Это тара абсолютно инертная. Ну, то есть это во-первых. Во-вторых, вот у меня коллега наш, бывший первый проректор Виктор Иванович Долгов, одно время был директором предприятия по производству бутылок у нас
городе под Кингисеппом. Я там был, тоже смотрел, как делается из одной капли стекла, расплавленного, выдувается эта бутылка в соответствующей форме. И потом она такая красная, потом она бледнеет, бледнеет, и потом пошли уже эти бутылки, их в палеты и грузят. Рука не притрагивается человеческая. Треть нужно в эту печь, которая плавит стекло, бросить этих бутылок битых. Битое стекло. Прямо их собирает, это стекло. Бей или так кидай туда. Треть просто по технологии. Той массы, которая вот варится. То есть не только песок туда загружается кварцевый, из которого делается прозрачное белое стекло. Потому что там вот какое-нибудь бутылочное коричневое, это из другого песка. А вот если вы хотите прозрачную белую бутылку кварцу, и туда стекло, тоже белые бутылки туда. Битые или это полубитые. Красота. Принимай и кидай. А вместо этого разобьет и валяется кругом. Как вы говорили, вот то, что создано человечеством, разбитые бутылки, потом эти пластмассовые банки везде и прочее. Поэтому не все. Вот человечество подстригает ногти, это все складывается. Сколько тонн подстрижено ногтей в прошлом году? В масштабах Земли. Не считали? Это же биоразлагаемый материал. Это культура? Нет. То есть все-таки культура, все равно, культура может в том, что ногти надо подстригать, чтобы ты не оцарапали никого. И чтобы вы не собирали грязь. Опыт. Накопленный опыт человечества. Опыт вам и говорит. А это разложится, эти ногти разложатся. А вот эти вот банки пластмассовые и всякие стаканы пластмассовые, вилки пластмассовые, ножи пластмассовые, и вся эта дребедень через 200 лет тоже разложится, тоже об этом говорит культура. Ждите 200 лет. А за 200 лет что будет? И вот товарищ Иванов, который был главой администрации у нас, президента, теперь вот он вроде как за эту экологию отвечает, наверное, но ужаснулся той задачей, которая перед ним стоит. Чего я тут сделать можно? Так, ну хорошо, вот с культурой мы разобрались. Культурой. Так. Так вот, происходит возрождение античной культуры и зарождается новая культура самих западноевропейских народов. И что характерно для этой эпохи? Секуляризация, то есть освобождение от церковных институтов всех сфер общественной жизни. Дескать, церковь – это церковь, но все-таки вот есть сферы, которые сами по себе, самостоятельно. Секуляризация, освобождение от церковных институтов всех сфер общественной жизни. Ориентация на искусство. Это второе. Третье. Философское мышление антропоцентрично. Что значит антропа? На человека направлено. Не на Бога, а на человека. Идея всесторонне развитого человека и физически, и духовно. Вот она, благодать, о которой мы говорили. Большевики-то ведь не сами придумали, они вот отсюда это где-то взяли. Гуманизм. И пантеизм. А пантеизм – это философское учение, согласно которому признается слияние Бога с природой. Тоже всю природу можно считать Богом, а Бога природой. Вот он, воплощенный Бог, вот он есть во всем. Основные представители – Николай Кузанский, Лоренцо Валла, Мишель Монтень, Джордано Бруно, Пико делла Мирандолла. Теперь основные идеи философии нового времени. В Средневековье усомнилось, что все истины можно считывать со Священного Писания. То есть как вот людей не убеждали и как вот не догматизировали все, все-таки сомнение оно пробилось. Что все, вот все истины можно считывать со Священного Писания. Возрождение поставило задачу выяснить, что является главным в человеческом познании – ощущение или разум, интуиция или рассуждение. Не что кажется, как сейчас говорят, а мне кажется вот так. Это кажется, это вам кажется. Это кажемость или интуиция. Вот прямо вот интуиция мне говорит, что культура – это вот все, что вот человек наплодил, что он натворил, это и есть его творение. Но это не совсем так. Вот надо вот это подрихтовать.
Поэтому одна из главных задач философии нового времени – проблема метода научного познания. 17 век принес идеи свободы личности, ее прав, чувство достоинства. Человек – это уже не покорный воле Бога послушник и не рыцарь. Человек – это уже не покорный воле Бога послушник и не рыцарь. А кто человек? А человек – это предприимчивый купец, любознательный ученый, отважный первооткрыватель новых земель. То есть вы видите, что идеи, они отражают уже то, что происходило в сфере производства. Правда? То есть, если пошло уже движение в сфере производства, оно отразилось и в сознании. Это требует и новых идеалов философии, которая должна объяснить мир, в котором живет человек, цели, которые он ставит перед собой, человек, идеалы, которым питается его душа. Не просто, что вот у вас есть душа, и куда она полетит, а идеалы-то какие в вашей душе? У вас душа черная или светлая? Желательно, чтобы светлая была. Ну, а какие идеалы у нее? Как вы ее опять будете объяснять? Условно, началом новой истории считается английская буржуазная революция 1640 года, которая ознаменовала начало нового периода эры капитализма или индустриальной цивилизации. Безграничная вера в человека, его разум, науку и прогресс – главные отличительные черты духовной жизни этого периода. Вот сейчас многие ругают капитализм и буржуазный строй и так далее, и сравнивают его, там, скажем, с коммунизмом, с социализмом, а надо посмотреть на него исторически. Это вот величайшее достижение эры или эпохи буржуазии, когда во главу угла были поставлены безграничная вера не в Бога, а в человека, его разум, науку и прогресс. Другое дело, что потом капитализм стал этот прогресс тормозить. Ну, мы же вспоминаем времена, когда капитализм был прогрессивным. И идеалы буржуазной революции, правильно? Вот, скажем, Марат, известный вождь французской буржуазной революции. Мы чтить должны его. У нас сейчас какой строй в России? Буржуазный, правда? Ну, давайте будем уважать. Не переименовали, потому что назывался грязи. А вот набережную уже переименовали. Какая набережная была у нас? Робеспьера. А, не знаю, черт не что Робеспьера, Воскресенская набережная была. Потому что там, видите ли, церковь была Воскресенская. Это в духе вот средневековой такой философии, теологии. Ну, понимаем, что у нас такой губернатор имеет большую власть и так далее. Ну, властью надо разумно пользоваться. Ну, что же вы, так сказать, буржуазная власть. Могу я потребовать, чтобы буржуазные деятели, по крайней мере, идеалы не топтали буржуазной революции, а? Как вы считаете, это нормально будет? Это же не коммунистические какие-нибудь вожди. Тот же самый Марат и Робеспьер. Ну, может, хоть Марата они тронут, тем более грязи там улица. Ну, вся эта война, какая-то возня, которая затеяна с Исаакиевским собором, ну, все было тихо, спокойно. Церковники могли там проводить службу в соборе? Могли. Музей был? Был. Что, не сидится людям? Вот надо какую-то тяжбу засеять. Что, у нас нет чего созидать, не на чем работать. Сейчас будут одни за то, чтобы Исаакия передавать, другие против. И заняты все пределы. Ну, что-то тут какое-то высокое, что-то есть.
Ну, не, то есть люди вообще из философии, из истории особенно, должны научиться тому, что есть прогресс, а что реакция. Правильно? Не надо идти назад, если вы идете, это не развитие, а деградация. Ну что вы от буржуазных свобод, от буржуазной идеологии, двигаетесь назад, к средневековью. Ну вот сейчас мы пойдем, вот все обязательно, чтобы было все церковное. А почему? А вроде как потому, что никакой цельного мировоззрения нету. Антикоммунизм представляет собой цельное мировоззрение? Нет. Вот просто я против коммунизма. Ну хорошо, против. А за что? А получается, что только за Бога. Вот цельное миросозерцание, которое на все отвечает, на все вопросы. Их два. Или, так сказать, это коммунистическое учение, там, марксистское, там, ленинское и так далее. И либо вот божественное. Если вы что-то хорошее сделали, это Бог вам помог. А плохое, черт попутал, и все. Все объясняется очень просто. И познавай Бога, и все с Божьей помощью, и так далее. То есть это вот надо тоже знать. Мы для чего должны вот это знать? Потому что мы должны понимать, где возврат. Мы сейчас идем вперед, назад. Ну хорошо, пошли назад. Но не надо же все время пятиться. Ну все время пятиться-то не надо. Ну где-то остановиться надо, найти точку опоры. Ну что вам, плохое, эпоха Возрождения не годится, что ли, как? Точка. Нет, надо обязательно свалиться вот в ту эпоху, которую мы уже с вами прошли. Поэтому, конечно, вот мы изучаем в этом смысле современность. Нет ли в современности того, что характерно для давно прошедших эпох? А есть. И очень много. А у Энгельса есть такая фраза, что обыватель, он кормится остатками умерших философских систем. Умерших. Остатками. И обрывками курсов, прослушанных в несистематическом порядке во время обучения. Обрывками. И вот это вот богатство, так сказать, обывателя, у которого нет систематического построения, мировоззрения. Вот нам подарили наше руководство нашего университета такой большой курс, 56 часов, который нам позволяет продвинуться и закрепиться, чтобы мы не сползали туда в средние века. Чем мы будем и пользоваться? Правильно? Вот сейчас мы идем дальше. У нас сейчас новое время. Основателем вот этого эмпиризма и создателем индуктивной логики является Фрэнсис Бэкон. 1561-1626 год. Он написал книгу «Новый органон». Джон Локк. 1632-1704 написал «Опыт о человеческом разуме». Что они, чему учили? Что все знание из опыта. Идеи выводятся из двух источников. А. Ощущений. Б. Восприятий. Действия нашей собственной души. Для этого же времени характерен номинализм. Все вещи единичны. Но мы можем образовать общую идею, которая применима ко многим частностям, и этой общей идее дать название. Вот в этом суть номинализма. Номинация, номинование, да, говорят? В какой номинации собираетесь получить премию? Вот в этой номинации. То есть вот обобщаете, за что люди выступают, за что они борются, и вот тут расставляете места. Это так осталось в названии всяких конкурсов. Он получил третью премию в этой номинации. В номинации певцов, а есть еще номинации скрипачей. Номинализм. Знания мы получаем, учили философы этого времени, через интуицию. Вот это студенты через интуицию все знания получают, пока они не изучили что-нибудь. Откуда у них знания? Через интуицию. Откуда у вас такие знания? Я вчера у внучки своей спросил, а ты откуда это знаешь? Она говорит, я умная. Чего вообще дальше спорить уже? Все, я перестал. Через рассуждение исследуя соответствие или несоответствие двух идей.
через ощущение. Вот особую фигуру, особо надо отметить фигуру Джорджа Беркли. Он усиленно подчеркивает относительность воспринимаемых качеств. Протяжение, форма, характер и скорость движения от положения воспринимающего эти качества субъекта. А тезис его звучит так, что чувственные вещи – суть только те, которые непосредственно воспринимаются чувствами. Ну или, так сказать, беря это вот в самой такой яркой форме, ну вот считайте, что вас нет, а я вас вижу во сне. Почему? Потому что все, что я вижу, и все, что я чувствую, идет через органы чувств. Поэтому как вы докажете, что это вы есть? Вот есть такие у меня ощущения, что вы есть. А есть вы или нет? Я же только через ощущения. Поэтому я могу считать, что вас нет. Вот она может есть, а вас нет. Никого нет. Все только мое ощущение. Ну, как будто я вот, мы уже вас с вами встречаемся, можно сказать, вторую неделю, и вы уже мне приснились. И я не сижу сейчас на занятиях тут и не вещаю, а я считаю, что я читаю лекцию, и мне вот эти все присутствующие во сне приснились. Ясно-ясно вас всех вижу. Как вы опровергнете эту философию? Никак вы ее не опровергнете. Начнете опровергать ее. Чего вы опровергаете? Вас нету. Вы только мои ощущения. Комплекс моих ощущений. Все. Вот это называется субъективный идеализм. Поэтому вот Беркли наиболее яркий, наиболее последовательный сторонник субъективного идеализма, потому что таких последовательных сторонников больше нету. А вот он, субъективный идеализм, проявляется в виде того, что говорит, а мне так кажется, а у меня такое мнение, или у меня особое мнение, а я думаю. А что он думает? Думать-то ведь надо, между прочим, еще и опираясь на некие знания и выводить уметь. А если я просто говорю, я думаю, что мы сейчас с вами не в этом помещении, а на подводной лодке, сейчас утонем. Потому что я думаю, что у нас пробоина. А вы что думаете? А если у нас пробоина, то сейчас сюда хлынет вода, вот через эту дверь. Думать-то, кто мне может запретить думать? Вот кто вам может запретить, что я крокодил? Никто не может. Вот и думаете. Кстати, мы ничего про вас плохого не хотим сказать, но нам думается, что вы крокодил. А я что могу сказать? Как я могу? Вот, то есть вам думается так? Причем не вы думаете, а вам думаете. Как-то само собой там получается. Поэтому если мне кто-то скажет, что я никогда не спорю, не сомневаюсь. Вот скажет, да вы ничего не понимаете. А как я могу понять, если у меня извилин очень мало, может быть, одна. И я не очень уверен, что она извилистая. А вы явно, я чувствую вас, очень много извилин, они прямо выпирают у вас, вот, прямо в ваших высказываниях. То есть я, например, когда с кем-то спорю, я сразу соглашаюсь. Особенно, когда меня как пытаются. Это культура, там состоит в том, что ну, не надо, кто-то хочет. Если кто-то на вас нападает, вы отойдите, он и упадет. Не надо так на него бросаться. Так. Юм, такой философ, как и Беркли, исходит в своей философии из ощущений или впечатлений субъекта. По вопросу об источнике ощущений занимает агностическую позицию. Это что значит? Не знаю, есть вы или нет. Ощущение у меня, что вы есть. Но на самом деле, откуда я могу знать? Это же все через ощущение. Ко мне ничего не попадает иначе, кроме как через ощущение. Ну, раз так, поэтому есть вы или нет, откуда? Я не знаю, говорит ему. Ну, не знаю. Я философ, я не кто-нибудь, поэтому я не могу так примитивно, что вот вы есть и все. Откуда я знаю? Может, это вот то ли вы есть, то ли только ощущение у меня, что вы есть. А я вырваться из своих ощущений не могу. Я же не могу перелететь прямо к вам и проверить. Только через ощущения. Поэтому я и пленник этих ощущений. Поэтому дальше я не знаю. Все, предел.
Он считает невозможным следовать в этом вопросе за Беркли, ссылаться на наличие всемогущего существа, так как никогда человеческий опыт не может доказать существование божества. И вот вроде Беркли там все-таки он еще предполагал, что есть какое-то божество, а Юм говорит, нет, уж тогда будьте последовательны. Ничего вы не можете доказать. Юм не следует и за материализмом. Человеческому уму недоступно ничего, кроме образов или восприятий. То есть вот есть образы, восприятия и все. Отдельного рассмотрения заслуживает философия Спинозы. 1632-1677 год. В основе философии Спинозы лежит учение о единой всеобъемлющей субстанции. Субстанция – это то, что существует само в себе и представляет само через себя. Субстанция вечна, безначальна, бесконечна, неделима. То есть, как бы Спиноза соединил Бога и материю. Вся материя есть Бог, а Бог и есть материя. Поэтому этой проблемы материализма и идеализма у Спинозы нет. Он это так решил. Атрибуты субстанции выражают ее сущность. Субстанция без атрибутов – голое существование того, что существует. Без атрибутов нет субстанции. Атрибуты – это те качества, которые не могут уничтожаться, изменяться. Это протяженность и мышление. То есть вот эта вся субстанция, и она и мыслить может, она и протяженная. Спиноза отрицает существование врожденных идей, признает наличие у человека способности приобретать знания. Задача отыскания научного метода заключается в том, чтобы проследить тот путь, которым мы приобретаем истинные идеи. Вот если вы знаете путь, которым приобрести можно истинные идеи, это вот значит метод. А если вы не знаете этого пути, то метода у вас нету. Желание есть, а метода нет. Спиноза выделяет 4 способа приобретения знания. Первое – знание понаслышке или по какому-то произвольному признаку. Спиноза его отбрасывает. Второе – знание из беспорядочного опыта, то есть опыта, который не определяется разумом, а для житейского обихода. Третье – знание о сущности вещи, заключаемом по другой вещи. По некоторому следствию находим причину – это хотя и научный путь, но не дает нам внутренне достоверного, строго необходимого знания, когда вы по другой вещи хотите понять эту вещь. Четвертое. Познание, при котором вещь воспринимается непосредственно через ее сущность. Познание, при котором вещь воспринимается непосредственно через ее сущность. Этот способ, интуитивный, дает нам безошибочное, адекватное, строго соответствующее самой сущности вещи знания. Раз через сущность, так поэтому сущности и соответствует. Интуиция у Спинозы – рационалистическое, чисто умозрительное познание сущности вещей. И только интуитивным способом мы безошибочно познаем существо вещей. Видимо, у Спинозы была такая интуиция, у нас нет. Он познал, а мы нет. То есть так все вроде стройно, а кончается все чем? Интуицией. А интуиция – это некое внутреннее такое чувство, что, видимо, вот так, а не вот так. Правильно? Что интуиция вам говорит? Интуиция говорит, что скоро будет перерыв. Но не так уж и скоро, говорит интуиция. Еще лекция идет. То есть это какое-то внутреннее такое знание, мы говорим о философии, я думаю, а когда будет перерыв? Вот интуиция все время так ставит, время от времени этот вопрос, и сама же отвечает, еще не сейчас. Потому что уже время обеда, а все читают и читают про философию. Философия хорошо, мы за философию.
Но есть же и другие потребности, нужды. И от этого-то мы не можем абстрагироваться. А тут с ума сойти, это 13-10. Ужас, сколько еще надо сидеть. И вымучиться надо. Ну, я единственное стараюсь как-то мучения ваши с чем-то скрасить, но человек же, я же не Бог, не всемогущий. То есть, как ни скрашивай, тут все-таки приходится следовать некому порядку и неким истинам, которые нужно излагать. Ну вот, так что философ Спиноза такой довольно оригинальную философскую концепцию создал. Не менее оригинальную концепцию создал Готфрид Вильгельм Лейбниц. 1646-1716. Лейбниц свое учение обосновывает, исходя из двух положений. Субстанция, как исходное начало, должна отличаться абсолютной простотой и неделимостью. То есть он как бы опирается в этом смысле на Спинозу. Второе положение. Субстанция должна обладать способностью действия и самостоятельностью, а не просто вот некое тело, которое не обладает этой способностью. Как простая сущность, она не может быть протяженной и находиться в пространстве, так как пространство бесконечно делимо. И он вот выработал такое понятие, как монада. Как бы своеобразный атом, но не атом, а такой как бы частица вот этой сущности, которая представляет собой источник и ту самую субстанцию, которую обрисовал Спиноза просто как некое тело, а Лейбниц обрисовал так, что вот все, что у нас есть, это вот монады. Монада не может быть ни физической, ни геометрической точкой. Она есть метафизическая точка или центр деятельной силы. Так как материя, а это 7 век, считается пассивной, и только духу присущая способность непрерывной деятельности, то монада – это духовная субстанция. Поэтому, в отличие от Спинозы, который пантеист, то есть он материю как бы делает и Богом, а Бога – материей, то вот в отличие от него Лейбниц, который известный и крупный математик был, он и физик. Монада – это духовная субстанция, то есть у него, так сказать, первооснова – это духовные субстанции. Монады вечные, неизменные, они индивидуальны. Единство и согласованность монад – есть результат божественной предустановленной гармонии, которая превращает каждую монаду в живое зеркало Вселенной. О! И вот этот, в новое время Лейбниц вдруг делает такой крупный шаг и вперед, и назад сразу. С одной стороны, он живое и деятельное начало подчеркивает, но оно в божественном разуме коренится. И, так сказать, как говорится, не зря прошли те века, средние, в которые разрабатывалась теология и философия, которая подчинялась вере. В учении Лейбница о монадах переплетается его метафизика, то есть божество, предустановленная гармония, и диалектика, принцип самодеятельности субстанции. В учении о познании Лейбниц – рационалист. Врожденные идеи находятся в интеллекте и зародышевом состоянии, неосознанные, и лишь постепенно развиваются до полного осознания. То есть как бы вам и ничего не надо изучать, никакой философии, просто вам нужно прийти на экзамен, уже когда у вас вызреют все эти идеи в вашей голове. А если я тут что-то и делаю, я помогаю им возревать, так, как бы освобождаться от скорлупы. Убирать эту скорлупу, и, так сказать, так, глядишь, они все и родятся. Ну вот теперь следующая у нас тема. Это философия нового времени. Философия нового времени. Философия эпохи Просвещения.
это первое, что мы будем рассматривать. 18 век. И в истории мысли не случайно называют эпохой просвещения. Научное знание, ранее бывшее достоянием узкого круга ученых. С какого момента? С момента возникновения науки, да, при рабовладении. Вот это вот знание теперь распространяется вширь, выходя за пределы университетов и лабораторий в светские салоны Парижа и Лондона. Становясь предметом обсуждения среди литераторов, популярно излагающих последние достижения науки и философии. Уверенность в мощи человеческого разума, в его безграничных возможностях, в прогрессе наук – вот пафос эпохи просвещения. В Англии философия просвещения нашла выражение в творчестве Джона Локка, Толланда, Коллинза, Шефтсбери, Завершает английское просвещение философы шотландской школы Рид, Адам Смит, Юм. Во Франции это Вольтер, Руссо, Дидро, Д'Аламбер, Кандильяк, Гольбах, Ламетри. Вольтер, Руссо, Дидро, Д'Аламбер, Кандильяк, Гольбах, Ламетри. В Германии носителями идеи просвещения стали Лессинг, Гердер, Иммануил Кант. Это эпоха, это была эпоха расцвета материализма. Особенностью французского материализма была ориентация на естествознание, прежде всего на механику. Важнейшей теоретической опорой французского материализма было естествознание. Небесная механика, созданная трудами Коперника, 1473-1543, Галилея, 1564-1642 год, Кеплера, 1571-1630 годы, подорвала библейскую космологию. Настолько выдающиеся были открытия Коперника, Галилея и Кеплера, которые объяснили вообще движение планет и сделали возможным даже расчет того, где и когда какая планета появится в ходе своего движения, они действительно подорвали библейскую космологию. В результате разработки земной механики обнаружилась несостоятельность аристотелевской физики, включенные средневековыми схоластами в христианское учение о природе. В работе Исаака Ньютона 1643-1727 годы «Математические начала натуральной философии» «Механика приобрела внутреннее единство» и относительную завершенность. Это и оказало влияние на их материализм. Он механистичен. Что касается просветительской трактовки человека, то французские материалисты утверждали, что человек по своей природе добр, и его нельзя осуждать за стремление избегать страдания и любить удовольствие, поскольку такова природная сущность человека, а все природное хорошо. Если студент не придет на экзамен, не надо его осуждать, потому что это природное, избегать этих всех трудностей и любить удовольствие. Что такого страшного? Вот это, так сказать, такой жизнерадостный взгляд деятелей эпохи просвещения. В XVIII веке вновь возрождается та тенденция в решении индивидуального и особенного, и всеобщего, природного и социального, которая характерна для некоторых школ античной философии. Поэтому французские материалисты исходили из того, что человек есть существо природное,
А потому именно чувственные склонности рассматриваются как основное определение человеческого существа, а не только божественное. Так. Следующий вопрос. Основные идеи и принципы немецкой классической философии. Немецкая философия конца 18-го, первой половины 19 века. Есть завершение традиции классической европейской философии в целом. Традиционно немецкую классическую философию связывают с именами Иммануила Канта, Иоганна Готлиба Фихте, Фридриха Вильгельма Шеллинга, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Человек в немецкой классической философии перестал быть статичной фигурой. Немецкая философия антропологична в широком смысле этого слова. То есть изучает, направлено на человека, изучает человека как действующего, активного действующего человека. Для Гегеля человек – это необходимое завершение развития идеи. Для Фейербаха главное – это эмоциональная жизнь человека. Человек – не пассивный отпечаток природы. Немецкая классическая философия – это философия деятельности. Активный субъект познания, переживания, преобразования и творения мира – центр немецкой философии. Духовный мир наполняется нравственными, эстетическими, религиозными ценностями. Жизнь духа – это не только жизнь рассудка. Миф, иллюзия, воображение не изгоняются из предмета исследования. Наука наукой, остается еще миф, искусство. Сфера социальной жизни, истории предстает как целостное и подчиненное объективным законам явление. Труд, прогресс, свобода прочно входят в круг исследуемых проблем. Творчество Иммануила Канта. Кант, 1724-1804 годы. Делится на два периода – докритический и критический. В работах докритического периода Кант – это эмпирик. Он занимается проблемами естествознания. Происхождение Солнечной системы, взаимосвязь приливов и вращения Земли, история человеческих рас, классификация животного мира. Критический период начинается с 70-х годов. Основные работы этого периода – критика чистого разума, критика практического разума и критика способности суждения. Критика чистого разума, критика практического разума, критика способности суждения. Гегель, 1770-1831 год. Гегель известен как наиболее последовательный объективный идеалист. Наиболее последовательный объективный идеалист. Основой всего, согласно Гегелю, является некое безличное духовное начало, абсолютная идея. По своей природе она начало деятельное. В процессе своего диалектического саморазвития
Идея проходит три основных этапа. Первый этап – логический, когда идея действует в стихии чистого мышления и развивается в форме чистых логических сущностей. На этой ступени абсолютная идея выступает как система логических категорий и понятий, как система логики. Эта часть учения Гегеля изложена в его «Науке логики». На втором этапе идея отчуждается в природу, которая является инобытием идеи. Учение о природе Гегель изложил в «Философии природы». Высшей третьей ступенью саморазвития идеи является абсолютный дух. Этому посвящена философия духа. На этой ступени развития идеи, идея, обогащенная всем предшествующим развитием, возвращается к себе и получает необходимую конкретность. Форму конкретизации идеи получает в облике субъективного, объективного и, наконец, абсолютного духа. Если Гегель является наиболее последовательным объективным идеалистом, то фигура несколько более поздняя, 1804-1872 годы, это фигура Людвига Фейербаха, который свою философию назвал антропологией. Но Фейербах выступает как материалист. Человек – это жизнь, ума и сердца. Человек неотделим от всего многообразия его эмоций, переживаний. Основной его работой, то есть Фейербаха, является сущность христианства. Разгадку веры, пишет он, нужно искать в глубинах человеческой психики. Не на небе, а на земле. Поэтому психологию религии надо дополнить антропологией религии. Главным отличием фейербаховского атеизма от атеизма материалистов-просветителей был анализ не феномена религии, а корней религии, выявление ее оснований в чувствах человека. Человек на протяжении всей истории чувствует свою ограниченность, конечность, беспомощность и бессилие по отношению к неподвластным ему силам природы и общества, которые определяют его существование. Он чувствует зависимость от них, но Фейербах против того, чтобы в основу чувства религиозности положить чувство страха. Это чувство включает в себя также и упование на лучшее, и надежду на освобождение от опасностей, и восторг, преклонение, благодарность. Выдающееся значение Фейербаха не ограничивается его вкладом в историю атеизма. Не меньшее значение имеет его вклад в историю философии. Начав свою философскую деятельность как сторонник Гегеля, он решительно порывает с гегельянством. Идеализм с неизбежностью возвращает философию к давно изжившему себя принципу, что философия – служанка богословия. Провозглашение этого тезиса – огромная заслуга Фейербаха. И Фейербах является теоретиком материализма, или материализма пока еще не диалектического, созерцательного материализма. Ну вот, продолжая обзор, исторический обзор философских течений, давайте обратимся к современной философии. Это
Первое – это философия марксизма. Второе – это иррационалистическая философия XIX века. Третье – позитивизм, феноменология, герменевтика и экзистенциализм. Основные идеи и принципы философии постмодернизма. Под влиянием философии Фейербаха сменили свою позицию на материалистическую, а затем создали собственную философию диалектического и исторического материализма бывшие младогегельянцы. Маркс 1818-1883 годы. И Энгельс 1820-1895 годы. Они создали учение, которое называется диалектический и исторический материализм. Раскрыв сущность капиталистического производства и частной собственности, товара, денег и капитала, Маркс представил обоснование материалистического понимания истории. То есть не просто, так сказать, вот материалистическое понимание истории, а обоснование и доказательство этого понимания истории. Принципиальной новизной отличается и учение о человеке. Человек не просто существует в природе, а практически преобразовывает ее, изменяясь в этом процессе сам. Труд, практика первичны и исходны по отношению к духовному миру, культуре. Практика предметна, в нее включены все виды деятельности человека. Обратимся теперь к иррационалистической философии XIX века. Здесь выделяется личность Зигмунда Фрейда 1856-1939 год. Австрийского врача и психолога, основоположника психоанализа. Фрейд приходит к понятию бессознательного, которое является глубинной реальностью и основой психического, как он считает, в то время как до него к бессознательному относились пренебрежительно. Развивая свои взгляды на строение психики, он пришел к выводу, что пространство психики включает три инстанции – бессознательное, предсознательное и сознание. До Фрейда бессознательное толковалось как то, что несознательно. Фрейд доказал, что бессознательное наделено своими собственными свойствами. В нем сосредоточены унаследованные психические образования, аналогичные инстинкту животных. А также все то, что было вытеснено в течение жизни индивида как недопустимое по своей природе, а по сути ничем не отличающееся от унаследованного. Предсознательное является посредником между сознанием и бессознательным. Это еще не сознание, хотя актуализация воспоминаний может сделать их осознанными, но и не бессознательное, так как оно не отделено от последнего цензуры и барьером вытеснения. Позднее Фрейд сформулировал принцип удовольствия, которому подчиняется деятельность бессознательного, и принцип реальности, которым руководствуется предсознательное. Сообразуясь с реальностью внешнего мира, предсознательное сопротивляется асоциальным, сексуальным, эгоистическим желанием и инстинктом, стремящимся проникнуть в сознание, и вытесняет их обратно в бессознательное. В начале 20-х годов теория личности Фрейда находит завершение в том виде, в каком она получила распространение и стала основой для более поздних исследователей психоанализа. Пространство психики стало иметь следующую структуру – «я», «сверхя», «оно», сознательное «я» является как бы полем борьбы двух сил. Оно, исходящее из биологической сферы влечения, и сверх-я установок общества. В
1911-1913 годах разногласия в психоаналитическом движении приводят Зигмунда Фрейда к разрыву с ближайшими учениками Адлером 1870-1937, этот ученик раньше умер, чем Фрейд, и Юнгом 1875-1961. Следующая вещь или следующее направление философское уже 19 века. Позитивизм. Феноменология, герменевтика, экзистенциализм, основные идеи и принципы. Философия постмодернизма. Что такое позитивизм? Позитивизм – это философское направление, основанное на принципе, что подлинное положительное знание может быть получено лишь как результат отдельных конкретных наук, их синтетического объединения. А философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. Вот что добыли естественные науки, то вот и есть знание. И все, и нечего тут философствовать по этому поводу. Создателем позитивизма явился французский ученый Огюст Конт. Первая классическая форма позитивизма представлена также именами Милля и Спенсера. Неопозитивизм возник на основе венского кружка Карнап, Нейрат, Франк, Рейхенбах и другие. Постпозитивизм – общий термин для обозначения ряда современных западных философских течений, возникших 50-е и 70-е годы 20 века в результате критики и ревизии неопозитивизма. К основным представителям постпозитивизма можно отнести Поппера, Куна, Лакатоса, Фейерабенда, Коэна. Экзистенциализм. Экзистенциализм возникает накануне Первой мировой войны. Ну, я думаю, слово «экзист» вы легко переведете в существование. Вот если вы возьмете науку логики Гегеля, которая представляет собой мерило для того, чтобы оценивать разные концепции, поскольку они берут отдельные какие-то категории, которые разбирает Гегель в целом и строит единую такую систему мощную, они выдергивают. И когда вы выдергиваете эту категорию из связи с другими категориями, она приобретает другое уже значение. Потому что у Гегеля есть категория бытия. Бытие отвечает на вопрос «есть». А существование у Гегеля – это не просто то, что есть, а это уже категория, во-первых, сущности, существование, это категория сущности. Второй книги – это раз. Во-вторых, это такая категория сущности, которая уже предполагает наличие основания для того, что существует, основания, и условий. Если вы берете просто бытие, это не значит, что это существование. Это не существование, это бытие и все. А вот если вы берете бытие вместе с условиями, в которых внешним образом проявляется сущность, и с основанием, по отношению к которому то, что существует, является основанным, вот тогда, когда вы так берете то, что есть, тогда это существование. Это по Гегелю. Что вот сделали экзистенциалисты? Они взяли и вырвали этот кусок, так сказать, этой экзистенции, и превратили во что-то ее самостоятельное. А то, что превращается в самостоятельное, лишается этих связей, и это возвращает ее в сферу наличного бытия. Поэтому при всей модности этого течения можно сказать, что вот они взяли существование и стали его рассматривать не как существование, а просто как бытие. И, так сказать, вот с ним очень широко носятся, все ходят,
пишут, говорят. Ну, в общем, это движение скорее назад, чем вперед. Возникает экзистенциализм накануне Первой мировой войны. Его представители в Германии – Ясперс, Хайдеггер, во Франции – Сарт, Камю, Бовуар. В нем различают религиозное и атеистическое направление. Это не случайно. Раз вы опять вернули все в сферу бытия, то как это понимать бытие? Как бытие Бога или как бытие материи? Своими предшественниками экзистенциалисты называют Паскаля, Киркегора, Унамуна, Достоевского и Ницше. Паскаля, Киркегора, Унамуна, Унамуно, Достоевского и Ницше. Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни эмпирическая, ни теоретическая реальность. Оно не выступает и как некая умопостигаемая сущность. Постигнуть бытие можно только интуитивно, вжившись, чувствовавшись в него. То есть опять мы возвращаемся к тому, что было характерно для того же Беркли. Да, вот только через ощущение, только через органы чувств мы можем это получить. Только тогда оно становится бытием человека. В центре философии экзистенциализма лежит проблема человеческой свободы. Свобода, согласно экзистенциалистам, состоит в раскрытии природных задатков человека, в его раскрепощении, в развитии его сущностных сил. Человек свободен в том смысле, что он сам желает, намеревается проецировать свое бытие и себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности. То есть они вот в этом понимании свободы приближаются к тому, что называется произвол. Вот что мне кажется, то я и считаю за истину и это делаю. А сущность, следовательно, свободы, полная независимость от того, что есть, которой на самом деле нет. Но в таком случае свобода становится формой проявления крайнего индивидуализма. Такое понимание свободы приводит к тому, что свобода становится своеобразным бременем. Бременем является и выбор. Человек может отказаться от свободы, перестать быть самим собой, стать как все, в кавычках, но этот отказ происходит вместе с отказом от себя, как личности. Экзистенциализм отрицательно относится к разным формам коллективности. Все это ложное, а не подлинное бытие, как считают экзистенциалисты. Мнимым является и человеческое общение, оно лишь подчеркивает одиночество каждого. Или как вот шутили в советское время, а я одна, совсем одна, в своем здоровом коллективе. Мнимым является и человеческое общение. Оно лишь подчеркивает одиночество каждого. Согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает жизнь человека бессмысленной, прорыв одного индивида к другому невозможен. Единственно подлинным способом общения является объединение индивидов в бунте против нелепого и абсурдного мира, против конечности, против смертности, против всяческих ограничений свободы, против несовершенства человеческого бытия. Мы с вами различаем бунт и революцию, да? Революция всегда – это созидательное явление. Революция ставит своей задачей и целью строительство, созидание того, что является более высоким, чем предыдущий строй. А бунт, вот, так сказать, я понимаю, так сказать, бредность, бессмысленность существования, и, так сказать, начинаю крушить, ломать, кидаться на всех. Потому что бунт – это стихия отрицательная, сугубо. В ней ничего нет положительного. Давайте будем бунтовать. Отсюда и так и говорят, что вот есть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Есть тут беспощадность по отношению к тем, тем, но он бессмысленный, никакого созидания не приносит. Вот, скажем, крестьянские восстания, которые у нас были, они роль сыграли в том, чтобы расшатать здание, вроде бы, монументальное здание феодализма, да?
и монархии. А какая цель-то была вот этих крестьянских восстаний? Вот что, если бы победил бы Степан Разин? Ну и что было бы? Ну какой был бы строй? А вот как, к чему стрелились, то и было. Ну был бы добрый царь. Ну царь. Сначала добрый, а поскольку царь должен был решать государственные задачи, он стал бы еще одним из царей. Или, а Пугачев, если бы он победил. Поэтому, вот, скажем, восстания такого рода, они и называются бунтом, потому что у них нет позитивной, сказать, какой-то составляющей. И наоборот, там, революция, это которая, вот, буржуазная революция, она меняет один способ эксплуатации, феодальный, на другой, буржуазный, который выше и прогрессивнее. Почему? Потому что ликвидируется личная зависимость работника от хозяина средств производства. Зависимость остается, она уже не личная. Ну, просто потому, что вы совершенно свободны. Что хотите, то и делайте, куда хотите, туда и ходите. Вот. Но у меня есть фабрика, завод. Если вы нигде не найдете ничего, приходите ко мне работать на фабрику. А если найдете, счастливый путь. И вы свободны, и я свободен. Но я сразу предупреждаю, что у меня зарплата очень низкая и не сладкая, а труд очень тяжелый. Вы походите, погуляйте. А сейчас вы погуляете дня 3-4. Вы, так сказать, погуляли дня 3-4. Но и пришли уже не на сытый желудок ко мне, говорят, ну ладно, Михаил Васильевич, да, пойду я к вам на работу. Потому что я же со своими коллегами-то договорился, с другими держателями средств производства, что если вы там будете вот больше платить, вздумаете, то вам не сносить головы. В этом смысл капиталистической конкуренции, правильно? Мы же тоже должны смотреть за тем, чтобы взял, кто-нибудь взял и не повысил. Больше всего расправляются нынешние, скажем, капиталисты с кем? Не с рабочими, а с теми капиталистами, которые вот начали платить больше, потому что они нарушили общий фронт. Из-за этого всем придется повышать. Поэтому надо беспощадно расправляться с такими вот представителями капитала. Вот, например, был такой владелец мебельной фабрики «Шмидт», который в 1905 году во время вооруженного восстания в Москве, который проводил Московский совет рабочих, вооружил за свой счет всех своих рабочих и еще вдобавок значительную сумму денег дал большевистской партии, с тем, чтобы она, так сказать, содействовала уничтожению самодержавия. И хотя в результате этой всей, всего декабрьского вооруженного восстания получилось, так сказать, благо для буржуазии, прежде всего, какое? Появилась Дума. А до этого Думу класс буржуазии не смог пробить. В данном случае рабочий класс, решая свои задачи, решил задачу буржуазную. Появилась Дума, которому должны все буржуа быть благодарны. Но этого самого Шмидта, его убили. Кто? Братья по классу. Так вот, экзистенциализм отрицательно относится к различным формам коллективности. Все это ложное, по мнению Линца, а не подлинное бытие. Мнимым является человеческое общение. Оно лишь подчеркивает одиночество каждого. А и вот Камю как раз говорит, что единственным подлинным способом общения является объединение индивидов в бунте против нелепого и абсурдного мира. Не найти в этом абсурдном мире то, что является прогрессивным, не найти ростки прогресса в этом мире, не видеть противоречивость этого мира, а вот объявить весь мир абсурдным и поднимать против него бунт. И этот самый бунт против этого мира не опасен сильным мира сего, потому что Буснайчуков быстро наказывает, сейчас это очень быстро, знаете, вот в последнее время сообщают, вот там в Америке бунт, в Соединенных Штатах, вот там. Но полицейские имеют право стрелять на поражение. Если вы видите, кто-то взял в руки оружие, можете его сразу убивать. Никаких не надо судов,
никаких не надо следствий, а прямо вот убивайте и все. И они, вот эти самые полицейские, находятся под защитой закона и государства буржуазного. Поэтому никто никаких бунтовщиков не боится. Революционеров можно и нужно бояться, потому что революционеры, они не просто там побунтуют, а они создадут какие-то органы, и эти органы могут стать властью. Как, скажем, советская власть появилась в результате создания советов и их деятельности. А не просто так, что начали бунтовать. Можно бесконечно бунтовать, и ни к чему это не... Точно так же, как бесконечно можно избирать депутатов, и всегда при самых честных выборах кто придет к власти? Кто организует выборы, тот и придет. Потому что общественное бытие определяет общественное сознание. А голосуют люди в соответствии со своим сознанием. Если общественное бытие буржуазное, значит и сознание большинства, в том числе и большинства рабочих, буржуазное. Поэтому если выборы будут честными, очень честными, то придут к власти кто? Представители буржуазии. Это прекрасно знает буржуазия, и потом говорит, давайте идите на выборы все, идите. Голосуйте, неважно, как вы голосуете. Хотите, голосуйте, как хотите, свободно. Свободно голосуйте, вот когда все будут свободно голосовать, поскольку вся работа по формированию общественного сознания проводится на базе господства буржуазного класса, поэтому в итоге к любым выборам буржуазия готова в том смысле, что в общественных головах, в головах членов общества находится идеология господствующего класса. Не во всех, а в большинстве. А демократия – это власть кого? Большинства или меньшинства? Большинства. Значит, дело в шляпе. Поэтому никогда буржуазная демократия сама по себе не приводит к установлению господства другого класса. И поэтому буржуазия, как правящий класс, не боится никаких бунтовщиков. Поэтому кажется, что вот Камю со своей пропагандой бунта, он прямо-таки борец против капитализма. Он не борец против капитализма, а он как бы провокатор, который вовлекает в бессмысленные занятия, в бессмысленную совершенно борьбу тех людей, которые, может быть, могли бы сделать осмысленные действия, которые могут действительно изменить жизнь. Поэтому, несмотря на то, что вот некоторые восхищаются или одухотворяются этой самой философией, философия на самом деле – это та же буржуазная философия, но вывернутая наизнанку. То есть это смысл ее в сохранении таким особым экзотическим способом господства буржуазии. Бунтуйте. Вот, например, у нас есть КПРФ, которая себя объявляет партией коммунистической. Ну, так сказать, это очень сомнительно по той простой причине, что она и за бедных, и за трудящихся, и за мелкий бизнес, средний бизнес. А бизнес каким свойством обладает? Каждый маленький буржуа хочет стать большим, настоящим буржуа. Поэтому вот строгое определение этой партии, ну, классовое, это мелкобуржуазная партия. Как эсеры были в свое время. Эсеры же даже звучнее были, чем большевики. Что такое большевики? Это социал-демократическая рабочая партия, непонятно что. А эсеры – это кто такие? Социалисты, революционеры. Красиво же? Гораздо красивее, чем эти какие-то социал-демократические рабочие партии, непонятно что. Так и здесь. Коммунисты, но они и за мелкий, и за средний бизнес. И вот что развивает КПРФ больше всего? Протестное движение. Ну давайте, я поставлю всем двойки, а вы будете протестовать. Плакатами придете. Долой профессора Попова. И что? Я приду и скажу, долой, и тоже подпишусь. И что? И ничего. То есть я хочу сказать, что вот это то, что иногда кажется чем-то таким революционным, прогрессивным, действенным, а именно протестные всякие и отрицательные действия, они не колеблют вообще того, против чего они направлены. Вот больше всего, вот если, скажем, выйдет здесь толпа людей, будет говорить, долой профессора Попова, это же реклама. Я сразу пойду в кандидаты, потому что меня наконец узнают. Так попробуй меня узнать, пока мы здесь тихо, спокойно говорим. А тут целая толпа. А тут журналисты прибегут, поснимают и, как говорят имиджмейкеры и мордомейкеры, они говорят, неважно про вас, против про вас говорят.
или за вас говорят? Вот как ваша фамилия? А? Новослова. Вот. Надо, чтобы эта фамилия везде мелькала. Что там никто не запомнит, она против была или... Важно, что ее все знают. Вот они ее видят в бюллетене. Птичку. Вот, наконец-то, новое лицо. Поэтому вот такая иллюзия этой самой революционности, состоящая в том, что люди протестуют. Протестуют, значит, ничего не предлагают. Сколько существует неправильных направлений? Вот я, скажем, буду идти по азимуту 37 градусов. Я могу прямо вот задать этот азимут и по компасу, и пошел. Так? Хоть через лес, хоть через болото, хоть через поле. А можно сказать так, я буду протестовать против всех остальных направлений. Сколько существует основных направлений, против которых надо протестовать? Не говоря о том, куда я пойду. Бесконечно много. Поэтому вот это, так сказать, протестные действия или вот это вот отрицательное, которое выдается за позитивное, ничего вообще позитивного не содержит и является опорой того класса, который есть. Это очень хорошая организация, которая призывает протестовать. Вы меня бьете, а я протестую. У меня все отбираете, а я протестую. Вы меня вообще выгнали из дома, а я протестую. И что? А ничего. Протестуйте сколько хотите, а мы у вас все отберем. Вот у нас инфляция отбирает же у вас все время денежки. Реально. Вот идет инфляция, и ваши 1480, реально она все меньше, 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 меньше. Протестуйте. Но вот были другие тут у нас протесты. Вот одно время, это несколько лет назад, поменяли в университете фирмы, которые обеспечивали столовые, и стали цены там для студентов с минимальной 250-300 рублей. И вот в отличие от так, философов и историков, которые, так сказать, смотрели на мир созерцательно, студенты-филологи устроили бучу и потребовали снизить цены и установить студенческий комплексный обед не больше 100 рублей. Не просто протестовать. О, мы протестуем против роста цен. Да протестуют сколько хотите. Нет, они говорят, нет, давайте, да пусть цены хоть до неба идут. Но для студентов комплексный обед был бы 100 рублей. И вот я вдруг прихожу и вижу. Говорит, вам комплексный за 100 рублей? Или то же самое будете по отдельности? Будет это 250. Нет, я тогда говорю, давайте комплексный. Ну, потом как-то это так вот уже забылось, и сейчас уже опять вот так. Так уже так просто и не получится. Уже и нет таких цен. Ну, вот такое завоевание было. Ну, позитивное в этом смысле. Потому что оно не сводится к отрицанию, не носит просто протестный характер, а носит созидательный. Поставьте цель и реализовывайте ее. А если вы цель не поставили, а просто против моих целей выступать, то выступайте сколько хотите. Я это буду рассматривать как поддержку. Правда? Я просто иду втихую, а тут еще кроме меня шумят, говорят, нет, не надо так делать. Я говорю, чего не надо делать? И начинают тоже мне помогать. Потому что вы со своим криком не симпатичны, потому что у вас один ор, один шум, одна драка, одна склока. Бунтовщики вы, кто любит бочаков? Надо вот, для этого есть Росгвардия, мы с вами сейчас разберемся. Вот и все. Так что не будем путать революционность и бунтарство. Бунтарство. Ну, что делать? Ну, конечно, мы тут все современные течения так вот сразу в раз не успели. Мы их продолжим изучать в следующий раз. Вопрос есть ко мне? Спасибо за внимание. Вы понимаете, что мы целые эпохи тут с вами с такой скоростью проходим, что это очень сложно. Ну, у нас, так как был в первом семестре философия, поэтому... Вам легче? Да, поэтому... Хорошо. Мы имеем представление. Да, вы даже можете сравнить. Но пока не бунтуете против, я чувствую. Нет, мы не бунтуем. А вы готовите революцию уже настоящую? Да, у нас... Вот это правильно.